Принял решение выехать сам вместе с коллегами осмотреть эти проблемные места. Действительно подтвердили, значит, наличие недоработок, где-то нарушений. Просьбу посетить Нижнюю Террасу городоначальнику от имени жителей передал в виде обращения депутат Гордумы. Александр Егорович, к вам обращается депутат Ульяновской городской думы Николай Лазарев, округ номер 6. Сегодня, в настоящий момент, я выполняю свой гражданский и патриотический долг, защищая интересы нашей территории, нашей Родины, на территории специальной военной операции. Николай Лазарев попросил от имени жителей Нижней Террасы проверить проблемные места левобережья. Первая точка – школа номер 83. Дорога, по которой проезжают родители школьников, сама по себе узкая. В часы пика образуются пробки, небезопасно. Пешеходные переходы в ненормативном состоянии. Нет заездного кармана. Могу предположить, что родители приезжают, останавливают автомобиль здесь на проезжей части и, значит, ведут детей в школу. Поэтому здесь необходим заездной карман. Решили до конца июля ситуацию исправить. Остановку у школы оборудуют заездными карманами. Переходы приведут в соответствие с нацстандартом. Также специалисты подготовят предложение по ремонту тротуара на улице Ленинградской. Другой участок – улица Почтовая. Местные жители просят пешеходную зону от Пионерской до Дамбы. После дождя ходить тут невозможно, лужи по колено. Сокольчик, здесь есть предложение, Николай Алексеевич Лазарев, включить вот данный участок улицы Почтовой в программу безопасной качественной автомобильной дороги, в национальный проект, для того, чтобы в следующем году она преобразилась. Вот не вижу никаких препятствий для того, чтобы дорогу отключить на 2024 год, рассмотреть программу и включить. Все включено. Александр Балдакин поручил дорожникам внести в план ремонта на 2024 год участок улицы Почтовой. Димитровградское шоссе. Дорога от Императорского моста до заводского проезда. Народный избранник в своем обращении особенно выделил этот участок. Визуальный по факту нуждается в ремонте. Ситуация с зимой сложная, конечно, из-за того, что здесь нормативно стоит проезжая часть колея. А здесь у нас планируемый ремонт участка 1,8 километров. То есть подрядчик определен, 25 мая заключаем контракт. А как раз в графике не стоит один из первых дорог, которые здесь приступит, да? Да. То есть здесь фрезерование. Уравнивающий верхний слой асфальта. А также отремонтируют тротуары по обе стороны дороги. Заменят бордюрный камень, установят новое освещение. По просьбам жителей Нижней Террасы к 1 сентября организуют остановку общественного транспорта рядом с местной точкой притяжения у Дворца культуры имени 1 мая. Остановку оборудуют заездным карманом. Вдоль здания ДК и сквера рядом отремонтируют тротуар и восстановят освещение.